Назначаю море словом море. Назначаю небо словом небо. Назначаю песочек словом песочек. Назначаю пространство словом пространство. А если не назначить пространство словом пространство, что останется? Как это можно зафиксировать? Как это можно ощутить? Если пространство мы просто не назначим словом пространство. Смешно. И даже не смешно, и не грустно, и не скучно. И никак. Все мы бегаем туда и оттуда. И не бегаем, а просто пребываем. И даже не пребываем, и даже не просто, и не сложно. Очень интересно. Интересно с позиции ума, это уму интересно. В какие дебри мы забираемся с помощью этого ума. А если теряем сознание, где тогда ум? Куда он девается? Бессознательно. Можно ли пребывать бессознательно? Ну, конечно, можно. А зачем сознательно пребывать?